главный тренер Локомотива Марко Николич. Марко, ваш комментарий по игре. Надо поздравить Баварию с победой. Тоже мы закончили тот групповой этап Лиги чемпионов. Команда «Правда» была на поле до последнего секунда и особенно в первом тайме была качественна игра. Было моментов и у нас, и много ситуаций, где могли забить гол. Во втором тайме, очевидно, мы устали. Была, как сказали, вообще короткая скамейка. И хочу сказать, что отдавали последние силы на поле. Как сказал, последних 10 дней большая потеря игроков. Если сейчас начинаю говорить об этом, кто не здесь был с нами сегодня, 15 минут буду говорить об этом, к сожалению. Так, сейчас надо думать о следующей игре. У нас еще две игры против Краснодара и Химкия, и надо готовиться к этому. Перед началом Лиги чемпионов никто не сдавал нам никакой шанс. Я ответил делом на ваш вопрос. Как сказал, я думаю, это было два части. Первых четыре тур, где показывали себя хорошим, я так думаю. Два раза не проиграли Атлетика, очень хорошая игра домой с Баварием и въезд против Салзбурга. И последних две игры, как сказал, когда все поменялось и начали большие проблемы, когда информация менялась из минута в минут, и просто было надо справляться с этим, как знаем и умеем, так менять состав, и выбор игроков, и схемы, и все в последний момент. И просто неудачных 10 дней для нас по поводу состава и результата на эти две игры. Но особенно эта игра, сегодняшняя игра, мы можем быть довольны, потому что много молодых игроков было на поле, показывали себя, команда показала очень хороший характер и была готова биться. И так, если мы пришли с 13 игроков здесь. Если смотрим все игры вместе, так была ситуация и моментов, где бы можно быть, могли забрать и три очка. Но когда посмотрим на все игры, место, как и сказал, это отдельно первые четыре игры, а потом последние две игры все по-другому. Так, я не считаю, что это провал, можно быть реальностью в этом моменте, но надо справиться с этим в будущем. Марко, вопрос от журналиста в чате. Вы снова сыграли против Баварии по схеме елочки, но Игнатьев, Рыбчинский, новые позиции для них. Работали ли вы индивидуально, тактически, довольны ли их действиями? По-честно, не работали много, потому что, как сказал, информация менялась из минуты в минуту. Так, надо было поставить по теории больше, чем на поле. Но они это отработали хорошо. И это дни их позиции, и там 3-4 игрока сегодня не были на их позиции, но отработали свою работу. Так, как и сказал, я доволен с этим, как вся команда была и как показывали себя на поле. Марко, вы не говорите о персональных играх футболистов, но сегодня был выход Иосифа в Лиге чемпионов, дебют Сильяны, вообще очень много молодых ребят. Довольны ли вы их прогрессом по ходу турнира? Абсолютно да. Абсолютно да. У нас есть не только их два. Они сегодня были на поле. А тут есть и Мухин, тут есть и Куликов, тут есть и Магеев, которые постоянно играют, Рыбчинский. Тут Лисаković, который очень молодый игрок. Мурильо тоже очень молодый игрок. Дима Живогладов, который стал игроком сборная. Так, я думаю, не забил никого, да? Много молодежки у нас появилось, и вообще с ними нет проблем. Они развиваются, у них хорошие дороги, и я уверен, что они все будут будущее клуба и русского футбола. Спасибо большое.